еще в дыму, ничего не видать. Толкаем. Сели. Все. Пожалуйста. Упал мостик еще один. Иван Васильевич, короче говоря, туда на разрыв еще надо одну пожарную машину. Тут стоит машина под леса. Вы там этого Шалашова с Васькиным поставьте на место. Они разделили территорию по противопожарного разрыва на пожлес и на МЧС. Пожлес на территории МЧС, значит, ехать не хочет. Но, правда, у них тут эту березу мешает сюда проехать. Мы их, в общем-то, уговорили, чтобы не проехать. Но сама постановка, вопрос, конечно, до идиотизма тупая. Сюда вот надо сейчас срочно пожарную машину, обязательно. Потому что вот здесь сейчас начинается загораться, деревья будут вываливаться, и какое-нибудь дерево обязательно подожжет обратную сторону. Ни одного человека нет. Я не знаю, где тут какие два человека, никого тут нету. Нужна сюда пожарная машина, вот он, вот сейчас. Вот сейчас вывалится эта береза, перепадет сюда, вот она горит, она подгорает сейчас точно здесь, конкретно. Я понимаю, Жулевой этой там, я с Жулевой разговаривать, честно говоря, не хочу. Потому что человек совершенно далекий от реальных условий, абсолютно далекий. Так что кого ходить там подстоятельно, кажется, включайте. Я сейчас буду разговаривать с Протиком и потом буду говорить с Сафроновым, если еще получится. А потом подключу Митрохина по этому поводу. Потому что мне на это блядство уже надоело смотреть. В смысле, говорю-то я одно и то же, но результат тоже тот же самый, в общем. Мне-то, понимаешь, мне-то гореть. И вот сейчас перейдет здесь через разрыв, гореть деревни Картоносы. Это 100%, 100 пудов будет гореть, блядь. Там просто стоять будем на траве, на лугах. Вот если здесь правильно. Здесь ни души, никому нихуя ничего не надо. Ладно, сейчас я начинаю дальше звонить. Николай Васильевич, обстановка очень серьезная, блин. Уроды-то, вот что, сука, за люди такие, а? Кто их ставит, блядь? Кто их подбирает на руководящий должность? Субтитры сделал DimaTorzok.